дорогие друзья, мы продолжаем нашу рубрику по изготовлению кормушек для птиц из любых подручных средств. Сегодня нам потребуется тыковка. Можно использовать тыкву или большую, или меньшую. Самое главное, нужно выбирать красивую, потому что птички любят не только красиво кушать, но еще и вкусно. Помимо этого, апельсин, грейпфрут, любую круглую цитрусовую штучку, которая, ну, в любом случае под елкой заваляется. Ребят, одна кормушка уже готова, корм засыпан, теперь ее просто оставляем на дереве и красиво, а главное тихонечко смываемся. Итак, ребят, возникла трудность. Не нашел я в парке подходящего дерева, но у меня есть хороший вариант. О, привет, что ты, как ты? Дружище, нужна твоя помощь. Честно. Пожалуйста, подержи немножечко, а я сейчас бегаю, перекушу, и я приду заберу, хорошо? Ты ж тут постоянно, верно? Я ненадолго, буквально 5 минут. Кормушки сделаны, птички накормлены, теперь ваша очередь. Ты же мне обещал вернуться!